Всем привет, сейчас я вам расскажу историю. В общем, вернулся я, да, с моря, и надо сдать в течение 3 дней анализ на коронавирус. В общем, в Архангельске все занято там на неделю вперед, то есть, в принципе, нереально даже платно сдать этот анализ. Вот, то есть, получается, я уже нарушаю закон. Но, тем не менее, мне, получается, быстрее было приехать сюда, в область, а именно в Шенковскую больницу. Вот, сейчас я стою в очереди, вышел на улицу. В общем, люди с температурой стоят. Ждут. То есть кто-то с талонами, то есть здоровые люди там с талонами приходят, больные люди также в очереди. И с талонами, без талонов. То есть все вместе. Получается, придя в больницу, вы рискуете больше заболеть, чем, не знаю, там, перелетая да, на самолетах, через аэропорты. Здесь вы рискуете намного больше. Я вот не понимаю, почему они не предусмотрели вот этот момент, чтобы сделать отдельный там, да, вход для тех, у кого температура, у кого нет температуры, чтобы исключить вот эту вероятность распространения инфекции. Вот это очень странно. Короче, такие дела. Пишите комментарии, друзья. У вас как-то странно, что с температурой и здоровьем все вместе в одном помещении. Что делать? Других вариантов нет, да? Нет. Это получается. Здесь как-то не предназначено для здорового людей кабинет. Так понятно. Коронавирус же все-таки сейчас активировался. Ага, хорошо. Посидела там посидеть, сейчас я у меня возьму.